Посмотрите, как плавно, но в то же время определенно меняется позиция Ксении Собчак относительно Крыма. Сначала послушайте, что она говорила в самом начале, когда выдвинула свою кандидатуру в президенты. Вот что она ответила Роману Цымбалюку на вопрос о Крыме. Поэтому я отвечу вот прямо и то, что я действительно думаю на эту тему, я не буду увиливать и уходить от этого вопроса. С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Точка. Как мы видим, все очень точно и определенно. Крым – это Украина. Точка. Россия нарушила международные договора. Точка. Странно, что через какое-то время эти точки Ксении Собчак, которые она произнесла очень твердым и уверенным голосом, превратились теперь в многоточие. Все мы знаем, что совсем недавно она съездила в США, где собиралась, представьте себе, встретиться даже с Дональдом Трампом, о чем, конечно, не было и речи, но тем не менее на своей пресс-конференции она пожурила немного Дональда за то, что он не соблаговолил с ней встретиться, собралась дать ему пару дельных советов, покритиковала традиции американского общества и благополучно вернулась назад. Но самое главное, в чем запомнилась поездка Ксении Собчак, это в том, что она, как говорится, расчехлилась. Расчехлилась о вопросе с Крымом. Не помню уже, кто это сказал, все демократы России буквально спотыкаются об этот вопрос. И это не только Собчак, это и Навальный, это и Явлинский, как ни жаль, это и Ходорковский, как ни удивительно. У каждого из них есть свой план относительно Крыма, и ни один из них не соответствует международному праву. И вот теперь даже те, кто вдруг поверили, что Ксения Собчак может занять в этом вопросе принципиальную позицию, даже они разочарованно махнули рукой. А что вы ожидали, господа? Ведь роль Ксении Собчак заключалась лишь в одном единственном. Она пытается забросить пробный шар, как я уже говорил. Они наелись санкциями, им надоело давление. Они хотят выйти из этого вопроса, но не знают как. Поэтому на этот раз Ксения Собчак говорит уже несколько иначе. Ну, знаете ли, на территории Крыма находятся русские населения, нельзя пренебрегать их интересами, необходимо провести референдум, а может быть даже не один, а может быть несколько, и потом посмотреть, решить этот вопрос как-нибудь деликатно. От абсолютной уверенности, что Крым – это Украина и точка, не осталось и следа. Я еще и раньше говорил, все политики, какими бы либеральными, демократическими они вам ни казались, если про вопрос о Крыме они говорят следующие слова: «Крым – это не бутерброд, там есть русское население, необходимо учитывать их интересы, надо провести несколько международных референдумов и потом решать этот вопрос. Нужно разработать карту вместе с нашими международными коллегами. Все это попытки не решить вопрос однозначно, а пытаться идти на сделку. Почему-то, когда озвучивают интересы русского населения, никто не говорит, что в момент аннексии все наплевали на многомиллионные интересы украинского народа. В тот момент, когда часть их территории была отторгнута, и до сих пор лишь продолжают говорить об интересах 2 миллионов жителей, проживающих в Крыму. При этом об интересах 40 миллионов жителей Украины никто слова не говорит. По международному праву только нация имеет право на самоопределение. Не территория, господа, нация. Понимаете, территория, какая бы она ни была, город, земля, остров, полуостров, на самоопределение права не имеют. Коренным народом Крыма являются не русские, а крымские татары. И если уж говорить, то право на самоопределение имеют лишь они.
Их, к сожалению, не так много, и поэтому вопрос о самоопределении крымских татар и Крымского полуострова стоять не будет. Крымские татары лишь получат свою автономию в составе Украины. И это единственное решение, к которому так или иначе придут. Собчак выдвинули не только для того, чтобы она озвучивала попытки Кремля выйти из этой ситуации, но и для того, чтобы она заменила Григория Явлинского. Уже абсолютно все либералы начинают это понимать. Даже на радио «Свобода» Евгений Ясин четко дает понять. Григорий Явлинский хороший, правильный, но он уже старый. Ему пора на пенсию, а место в либеральном лагере остается свободным. Вот поэтому кремлевские сценаристы решили теперь создать новую историю для политика Ксении Собчак, которая организует новую либеральную партию и будет пудрить мозг следующие 6-10, кто его знает, может быть, 20 лет, вместо Григория Явлинского, создавая ощущение, что в России есть демократические силы и есть либеральные идеи. Собчак – это не что иное, как новая молодая реинкарнация Григория Явлинского. Он, скорее всего, не наберет и 1%. Вот приблизительный список, сделанный РИА Новости России, как складываются голоса по предварительным данным на сегодняшний момент. Вот уж поверьте, точно так же они и останутся после выборов. У Путина приблизительно 70%, Грудинин – народный кандидат на втором месте, но с большим отрывом. Соответственно, посмотрите, сколько отдали Ксении. Ну, а Григорий Явлинский, понятное дело, даже не 1%. Все участники этих псевдовыборов помогают им состояться. Говорить о каких-то результатах глупо. Каждый из них преследует свои цели. Цели Ксении Собчак – создать новую либеральную партию. При этом без какой-либо попытки борьбы за власть. Только политик, который в России скажет «безоговорочно Крым – это есть Украина, путинский режим совершил преступление, которое мы не одобряем, мы хотим вернуться в рамки международного права, и нет никаких вариантов, только лишь возвращение Крыма Украине и возмещение денежной компенсации», только с этим президентом России будет работать мировое сообщество и будет воспринимать его серьезно. Без решения этого вопроса не будут сняты санкции и не будет движения России вперед. Все останется так, как было, в замороженном состоянии, в состоянии борьбы, противостояния всему миру.